Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу вам показать свой заказ с сайта NewChic. Мне очень нравится этот сайт, нравится качество товаров, я уже говорила неоднократно. И обувь, и одежда очень нравится мне и по качеству, и по фасону, не знаю, все мне нравится. Также сразу хочу сказать, что размер одежды и обуви я выбираю исключительно по размерной сетки, то есть не ориентируясь на российский размер, да, а по размерной сетке. Например, обувь, размер стопы, не размер подошвы, не размер стельки, а именно размер стопы, и отсюда уже беру. Причем для каждой позиции я смотрю с размерную сетку, то есть нет такого, что вот там, допустим, такой-то размер, и всю обувь я заказываю оттуда именно такого размера. Нет, именно по размерной сетке. Обязательно смотрите, девочки. И, соответственно, мерки то же самое, что касается одежды. Также хочу сказать, что я вам оставлю внизу ссылки на все заказанные мной позиции, а также на скачивание приложения и промокод на скидку 25% на все товары без скидки. Так что обязательно воспользуйтесь, обязательно переходите, смотрите. Но товары мне очень понравились, они прям вот вообще прям классные в этот раз. Супер-мега удачный заказ. Так что давайте вам все покажу. Итак, давайте вначале покажу, как все было запаковано. Значит, все пришло мне вот в таких двух красных пакетах. Это все товары у меня пришли двумя посылками примерно за 3 недели, даже чуть-чуть, может быть, пораньше. То есть в этот раз достаточно быстро, но опять же и время доставки Почты России, да, это зависит уже от Почты России. Значит, вся одежда лежала вот в таких обычных пакетиках, а вот в таких пакетах, что мужская, что женская, находилась обувь. Обувь и шла без коробки, просто в таких пакетах, но она немного примялась, но не испортилась. То есть при транспортировке ничего такого не было. Ну, плюс еще в обуви лежали вот такие всякие бумажки, чтобы, так сказать, не повредилось. Давайте начнем с мужской обуви. Заказала я, уже заказывала своему племяннику, а также старшему и младшему сыночку, я заказывала подобные кроссовки. И муж, когда их видел, ему тоже захотелось, потому что они, ему понравилось тем, что они вот здесь вот, ну, просто дышащие. То есть идет вот такая просто сеточка на лето, это просто идеальный вариант. Конечно, черный цвет, девочки, вот не переубедите мне моих мужчин, чтобы какой-то другой цвет, может быть, был бы. Нет, они всегда черные, захотел черный, ну да ладно, главное, чтобы носил. Подошли, понравились, прям вот идеально размер, очень удобный, мягкий, хорошо гнутся, то есть такие вот прям вот идеальные, там на велосипеде кататься, там для прогулок, вот просто идеальная обувь. Ну а себе я решила заказать красоту в этот раз, вот такие вот класснючие девочки, босоножки, боже, как они мне понравились на сайте, просто обалденно. Вот видите, как бы, да, ничего нигде, вот, ну, немножко вот здесь ремешки подпрямялись, но ничего страшного, как говорится, не произошло. Каблучок на месте, все отлично. Значит, сделана вот эта ткань, а вот это, ну, кожзам, я так понимаю, да? Но кожзам такой, видите, он идет как матовый, что ли, да, такой вот ребристый. То есть ножка не скользит, ну, по крайней мере, вот у меня. Каблучок такой достаточно высокий, тоже обтянутый тканью с набоечкой. Ну, я их уже тут примеряла, естественно. Вот, мне идеально подошли по размеру. Опять же, выбирала по длине стопы, так что обязательно смотрите. Ну, и здесь идут такие вот ремешочки, которые просто, то есть они зацепляются вот таким крючочком вокруг ножки и очень... Ну, на мой взгляд, прям очень симпатично смотрится. Вот здесь вот тоже хорошо прошито. И вот эта ткань такая прям как бархатная, очень мягенькая. Вот этот шов вообще не ощущается. То есть по мне так натирать не должны. Но, опять же, да, кто не любит высокий каблук. Хотя высокий каблук, он же такой, видите, плотненький. То есть он достаточно устойчивый. И вот, мне кажется, на лето вообще идеальный вариант вот таких босоножечек. И вот так вот смотрятся эти босоножки. Я их вижу в джинсовом платье каким-нибудь, не знаю, таким, ну, скажем так, не облегающим именно, а каким-нибудь таким
общем, классным джинсовым платьем. У меня такого еще пока нет, но все впереди. Вот так вот они смотрятся на ножки. Мне кажется, очень классно. Вот мне нравится, прям без ума от них. И вот сейчас вот шла от гардеробной. Но, в принципе, они достаточно удобные. Хочется их как-то выгулить немножко. Вот уже. Уже хочется выгулить. Еще сейчас на сайте New Chic, так как в связи с такой ситуацией в мире, я бы даже сказала, да, очень много появилось, как я уже говорила в предыдущем заказе, различных товаров для дома, одежды для дома, также какая-то там для интерьера, для кухни, очень много чего интересного, обязательно посмотрите. Но я себе решила заказать вот такой комплект. Это ночная сорочка, да, правильнее сказать, и халатик. Слушайте, как мне понравился. Во-первых, цвет, ну, потрясающий же просто. Во-вторых, качество. Это, конечно, синтетика, но очень приятная к телу, такая, знаете, слегка холодящая. Значит, здесь вот эти лямочки можно, ну, регулируются по длине. Идет на лифе, да, выточки и вот такое кружево. Посмотрите, и оно, это кружево пришито, то есть это не просто какая-то наклейка, а прям реально кружево. Очень красивое, вот так вот. Он, конечно, коротенький, но я примерю, вам все покажу. И по низу, по подолу идет вот такое кружево, как бы с разрезиком сбоку получается. Вот такое вот. Ну, классно сделано, на самом деле. Все пришито, прошито, очень классно. И вот такие идут рукава, это уже халатик, да, 3/4, тоже идет вот это кружево, посмотрите, оно такое прям мягчайшее, вот видите, тоже оно прошито, очень классно, и ткань такая приятная, и цвет приятный. И с этой стороны еще идет вот такая нашивочка из кружева, вот такая, и здесь вот еще где-то, вот здесь вот на самом халатике. Вот, идет поясок сюда, тоже классный. Ну, все это надо, конечно, отгладить мне. Вот, но вот это вот вообще цвет просто обалденный. И качество очень приятное. Это не тонкая такая синтетика, а достаточно плотный такой материал. Видите, даже не просвечивает. Очень классный. И такой приятный прям, видите. Он на самом деле по ощущениям вот как шелк такой. Ну, это не шелк, конечно, но очень. Очень приятный, симпатичный. Сейчас покажу, как смотрится на мне. И вот этот комплектик. Мне очень он понравился. Тоже его нужно, конечно, отгладить. Вот этот вот завязка идет ровно на талии, девочки. Ровно. То есть не выше, не ниже, а именно вот на талии, так как нужно. Я, с вашего позволения, делаю на нижнее белье, чтобы не совсем сильно смущаться. Но очень оно красивое, просто. Оно, конечно, коротенькое, то есть вы видите, да? У меня рост 1,65 м, получается, халатик чуть подлиннее, а вот эта вот сорочка, да, правильно ее назвать, она чуть-чуть пониже. Тоже нужно все отгладить, все будет красиво, но красота. И такой цвет, боже, как мне нравится вот этот цвет. Не знаю, такой прямо нежный, зеленоватый такой какой-то. Не знаю, как правильно назвать этот цвет, но вот этот комплект, он нереально классный. Вот, и здесь вот тоже такая вышивка. Ну, для дома вообще, мне кажется, огонь, девочки, просто. И последнее, что я вам хочу показать, это вот такое платье, которое меня просто покорило. Вот сейчас я его примерила, ну, пока, перед тем, как начать снимать. И я понимаю, что это просто моя теперь любовь будет, настолько оно классно. Здесь вот эта юбка, ну вообще ткань такая, видите, как немножко сжатая. Это на самом деле очень классно, вот такие вещи брать с собой в поездку. То есть, ну, положил как бы, оно не сильно, хотя вот сейчас достала же из упаковки, да, и оно примятое. Ну, в общем, здесь сделан еще вот такой подъюбник. То есть ничего не будет просвечивать ткань, ну просто приятнейшая. Это как вот такой, что это, шифон, да, вот такой вот, очень-очень классно. Здесь сделаны вот такие пуговки, но это пуговки-обманки. И идет пояс, уже все ровненько, аккуратненько прошито, сделано, который, ну как мне больше нравится, завязать именно на спинке. И здесь идут выточки, достаточно глубокий, но комфортный вырез. И вот такой по рукам идут вот здесь вот такой воланчик. Тоже все, видите, как аккуратненько все прошито, сделано. Мне очень нравится качество ткань, ну просто приятнейшая, вообще обалденная, девочки.
честное слово. И сзади на спинке получается молния идет как бы до талии. На талии здесь есть вот такая резинка, но она не плотная резинка, она просто хорошо подсобирает, но при этом можно достаточно свободненько быть. И если вы хотите, соответственно, потуже, можно пояском затянуть, как бы, да, более сделать талию зафиксированной. И молния идет примерно вот до сюда. И здесь сделан вот такой вырез по спинке и пуговка. Но он просто смотрится вот так, то есть не сильно раскрыта спинка. Классно. На самом деле это платье можно носить без белья. Я, конечно, примерю вам с бельем, потому что я немножко смущаюсь, с вашего позволения, потому что здесь тоже идет вот такая ткань, да, как подкладка, и сделаны выточки, такие сборочки, да, вот здесь вот, что как бы, ну, то есть не будет ничего просвечивать и не будет ничего вываливаться. Вот, так что очень, ну, оно такое приятное, девочки, к телу, вообще воздушное, легкое, длина, вот как мне нравится. Сейчас вам примерю, тоже покажу, как смотрится на мне, но мне просто, и плюс горошек, и плюс зеленый цвет, но это все вот просто для меня как доктор прописал, осталось к нему купить сумочку и босоножки. И красота. Это как всегда мы, девочки, да? Купила одно, надо потом еще второе, третье, пятое, десятое. В общем, очень классно. Итак, девочки, вот это платье. Вы посмотрите, какое оно классное. Вот мне просто безумно оно понравилось. И длина такая вот ниже колена очень. Оно просто, я не знаю, я без ума от этого платья. Мне кажется, это будет мой фаворит на все лето. Очень классно. Здесь вот такая вот рюшечка идет. Оно, видите, у меня еще помятое, но я его отглажу, отпарю, и будет отлично. Оно очень такое прям, видите, летучее. И вот этот поясок я завязала вот здесь вот сзади. Мне кажется, так лучше, потому что здесь идут пуговки, и как-то хочется, чтобы вот, ну, как бы, пуговки, мне кажется, так вот придают, ну, не знаю, в общем, в общем, мне так больше нравится. И вот здесь вот идет достаточно такой глубокий вырез, то есть, ну, соответствующее белье нам нужно будет одевать сюда, но вырез такой, то есть он как бы не расходится, не расползается, потому что хорошо сидит на плечиках, то есть очень как бы, ну, комфортно в этом плане, и даже когда нагибаетесь, то есть вот эта часть хорошо так сделана, что не будет, знаете, раскрываться. То есть все наружу не будет. Вот. Так что вот такое классное. Я очень хочу в этом году купить себе белые босоножки. Такие, знаете, на ремешочках. И вот с этим платьем, мне кажется, белые босоножки будут вообще огонь. Но хочу такой, знаете, каблучок не сильно высокий, чтобы вот на каждый день носить. Поэтому я извиняюсь, я без обуви, но босоножки тоже скоро будут у меня в гардеробе. Скоро я их себе приобрету. И вообще будет огонь. Но оно такое прям нежное, классное платье. Мне так нравится. Горошек, еще зеленый цвет, любимый мной в этом году. Но видите, такой зеленый цвет, который не делает лицо бледным. Потому что бывает такой зеленый цвет, который вот оденешь, и ты как я не знаю кто. Как будто бы вообще никогда не спал. Да? А здесь вот очень даже и на талии хорошо, но на талии у меня не сильно облегает, то есть поясочку можно подтянуть, например, чтобы, да, посильнее облегало, если нужно, вот, а если там хотите посвободнее, то вот просто я сейчас вот так завязала, платьице просто классное, мне очень нравится, прям огонь. Так что вот такой вот у меня был заказ. Еще раз хочу напомнить, что все ссылочки на все заказанные мной позиции я вам оставила внизу в инфобоксе. Также промокод со скидкой 25% на все товары без скидки. И ссылку на скачивание приложения тоже открывайте инфобокс. Там вся информация это есть. Ну, а я с вами буду на сегодня прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч!